Так, ну давайте, раз мы уже приехали на Кадиллак, покажу вам еще Лирик. Это электрическая машинка полностью. Видите, как рекламу тихают над Майами. Ну и вот такой вот красавчик. Электровелосипед. Полностью электрический автомобиль. Вот с такой вот подвеской сзади. Имеет вполне себе космический такой дизайн. Давайте покажу вам еще вот такой заряженный Defender, который уже непосредственно подготовлен к оффроуду. Это дом, так сказать, на багажнике, чтобы медведи не достали. Самое интересное, машинка это стоит 106 865, для того, чтобы ее забрать сегодня без очереди. Ой, вовнутрь. Давайте начнем с самой экзотики. Самый большой Range Rover, вот который. Вот одна здесь, и вторая на улице. Две абсолютно одинаковые машинки. Эти машинки буквально вчера сдали по трейд-ину. Это здесь 2000 миль, та, которая на улице, там 1000, ну почти 2000 миль. Одна машинка принадлежала мужу, вот, вторая машинка принадлежала жене. Решили эти машинки сдать по трейд-ин, они переезжают с этого штата в другой. Оставляют эти машинки здесь, и там берут по трейд-ин другие машины, более дорогие комплектации. Эта машина стоит 157 тысяч. Та, которая на улице, 158 тысяч. Естественно, плюс налог. И вот они таким вот чудом сейчас находятся в свободном доступе. Ну а так эту машину нужно будет ждать 2 года.